Lucas, Lucas. Лукас, Лукас. Агата? Агата, это ты? Я думал, ты была... Мертва. Да, в некотором роде. Но я пообещала рассказать тебе все, что знаю. А я всегда держу свое слово. Слушай внимательно, Лукас. У нас очень мало времени. Ты не безумец и не убийца. Ты просто оказался не в то время, не в том месте. Почему они выбрали меня? Зачем было убивать того парня? Чистая случайность. Им было нужно, чтобы человек убил человека и открыл пасти змеев. Ты не первый, кто совершил жертвоприношение. И точно не последний. Так кто же заставил меня совершить убийство? Кто сел за мой столик в забегаловке? Никто не знает его настоящего имени. Его называют Оракул. Он служит сильнейшим из сильнейших. Они остаются в тени, но управляют этим миром с самого начала времен. Они идут. Берегись, Лукас. Они хотят отнять твою жизнь. Квечнитлан — древняя цивилизация майя. Там ты найдешь ответы на часть своих вопросов. Агата? Агата! Лукас, очнись! Что ты тут делаешь? Что случилось? Меня нашла полиция. Мне удалось скрыться.
Я всю ночь шел пешком. Идти мне больше некуда, так что я пришел сюда. О боже, Лукас, сейчас тебе и правда нужно идти в полицию. Другого выхода нет. Я не сдамся, пока не пойму, что со мной случилось. Маркус, со мной творится что-то странное. После убийства я обнаружил, что могу делать невероятные вещи. Я вижу то, что еще не произошло. Иногда я даже слышу мысли других людей. А мое тело стало гораздо быстрее и сильнее. Ни у кого нет таких возможностей, Лукас. Ты не становишься Суперменом. Кто-то пытался убить меня через мои видения. Они могут напасть где угодно. Думаю, они хотят помешать Агате все мне рассказать. Лукас, это уже слишком. Что, если это все происходит у тебя в голове? Может быть, ты просто утрачиваешь связь с реальным миром? Маркус, я не сумасшедший. Может, раньше я так и думал, но теперь я знаю, что-то происходит. Ну и что ты собираешься делать? Тебе нельзя здесь оставаться. Полиция точно придет меня допросить. Возможно, будут за мной следить. Мне нужно найти укрытие. Я беглый преступник. Мое описание скоро будет на каждом столбе. По крайней мере, теперь я знаю, что всему этому есть объяснение. Нужно найти тех, кто за этим стоит. Береги себя, Лукас. Тебя убьют при первой же возможности. Нет ничего хуже того, что я вижу в своих видениях. Лукас сошел с ума. Я покрываю убийцу. Но я же не могу предать своего брата. Боже милостивый, помоги мне. Скажи, что мне делать. Мне было некуда идти. Я был истощен и думал, что скоро умру. Если не от холода, то от голода. Я надеялся, что смогу отдохнуть пару часов у Тиффани, набраться сил и поразмыслить над тем, что делать дальше. Я был в ее новой квартире только один раз. Где она находится, я помнил очень смутно, но, по крайней мере, в улице был уверен. Полиция. Они следят за квартирой Тиффани. Ну, конечно. Они подумали, что я приду к ней, чтобы спрятаться. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Полиция. Должен быть какой-то способ их обойти.
Это окно квартиры Тиффани. Если бы я только мог его открыть. Думаю, я его приподнял. На дюйм поднялось. Еще чуть-чуть. Я был не особенно рад, что залез в квартиру Тиффани как вор-домушник, но выбора у меня не было. Я уже почти сутки ничего не ел, да и усталость начинала давать о себе знать. Главной новостью дня остается чрезвычайно низкая температура. Столбик термометра упал до рекордной отметки в минус 15 градусов по Фаренгейту. Из-за сильного снегопада был временно закрыт Бруклинский мост. Как это ни печально, от холода умерло несколько бездомных в Гарлеме и Бронксе. Европу стихия тоже не щадит. Рекордные морозы были отмечены сразу в нескольких странах. Личность убийцы из забегаловки установлена. Его зовут Лукас Кейн. Прошлой ночью ему удалось сбежать за миг до того, как к нему в квартиру пришли офицеры местного отделения полиции. К сожалению, череда убийств продолжается. Он убил пожилую женщину и еще двух человек в прачечной неподалеку. Мотивы убийств неизвестны, но специалисты говорят, что, скорее всего, он душевно больной. Полиция передала фотографию Кейна в СМИ и надеется арестовать его. А для экспертной оценки предмета нашей дискуссии мы пригласили одного из самых известных специалистов по цивилизации майя, профессора Дмитрия Курякина из Мезоамериканского университета Нью-Йорка. Спасибо, что вы пришли, профессор. Вы написали удивительную книгу про обряды племени майя, и я хотел спросить... Специалист по цивилизации майя. Он наверняка знает, что такое Квичитлан. Нужно встретиться с этим Курякиным. Мое фото напечатали во всех газетах. Теперь меня может узнать любой прохожий. Нужно быть очень осторожным.
Ты меня напугал. Что ты тут делаешь? Меня ищет полиция. Мне нужно спрятаться на пару часов. Лукас, что с тобой творится? Газеты пишут, что ты убил несколько человек. Это правда? Все это очень запутанно. Все, что я могу сказать, я не убийца. Я люблю тебя, Лукас, и не хочу потерять. Слушай, они просто хотят задать тебе несколько вопросов. Сохраняй спокойствие, Тиффани, и ответь на все их вопросы. Я спрячусь. Все будет хорошо, вот увидишь. Мисс Харпер! Мисс Харпер, вы дома? Да, секунду, уже иду. Лукас, я больше не могу заставлять их ждать. Нужно открыть дверь. Мисс Карпер? Да? Я следователь Тайлер Майлз из полиции Нью-Йорка. Я расследую дело Лукаса Кейна. По нашим данным, вы были любовниками. Это правда? Были, да, правда. Но мы разошлись. Мы расстались около месяца назад. В последнее время мистер Кейн не пытался с вами связаться? Позавчера я ходила к нему домой, чтобы забрать свои вещи. Мы почти не разговаривали. С тех пор я о нем ничего не слышала. Вы не против, если я осмотрюсь? Ну, на самом деле... Эй, я всего на минуту. Давайте. Решили сделать ремонт? Да, состояние квартиры было не очень, так что я решила ей заняться. На это нужно много времени, и со своей работой я не успеваю. А кем вы работаете? Я медсестра. Работаю в больнице Святого Иоанна. Спасибо за сотрудничество, мисс. Если Кейн попытается с вами связаться, сразу же позвоните. Вот моя визитка. Будьте осторожны, мисс. Кейн очень опасен.